Шум триммеров и газонокосилок, а также пумы, подметающие тротуары. Такую картину увидели с утра посетители парка Дубки. Коммунальщики продолжают приводить городские газоны в надлежащий вид. Рабочим нужно не только скосить высокую траву, но и не повредить зеленое покрытие. А насколько у них это получается, проверяют городские власти. После осмотра заместитель главы Химок Виталий Турчининов выявил ряд недочетов. День и ночь косим. Вот. Но при этом надо соблюдать правила покоса газона. Вот, чтобы у нас не было залысин нигде, чтобы у нас везде была ровная трава. Стрижем триммерами только там, где у нас откосы вокруг деревьев подкашиваем. И при этом не допускаем залысин. Потому что я там смотрю, кое-где у нас возникает залысин, этого быть не должно. От слов к делу. С помощью газонокосилки замглавы приводят в порядок зеленый участок. Коммунальщики снова берут косилки и продолжают работу. На этот раз по всем стандартам.